Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от имени Министерства науки и высшего образования и от себя лично поздравляю коллектив Самарского национального исследовательского университета имени Королева, студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников с 80-летием университета. Ваши амбициозные цели и значимые достижения, яркие личности во главе университета – это то, из чего складывалась и складывается история уникального вуза. За 80 лет существования сформировались собственные научные школы, известные не только в России, но и за рубежом. Ученые университета внесли существенный вклад в развитие ракетно-космической отрасли, естественных и социально-гуманитарных наук, экономики и правоведения. Последнее десятилетие вы сделали выбор в пользу интеграции развития новых междисциплинарных исследований, объединив компетенции Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика Королева и Самарского государственного университета. Университет стал крупнейшим научно-образовательным центром региона и драйвером его социально-экономического развития. Сегодня он входит в 100 лучших российских вузов, участвует в программе «Приоритет-2030», а также входит в тридцатку университетов, обеспечивающих создание передовых инженерных школ. Желаю вам беречь традицию университета, но не останавливаться на достигнутом. Новых успехов и свершений на благо России, процветания и благополучия.